Вот, смотрите, такая дубравка, сосна, дубочек. И вот первые три гриба стоят белых. Первые в этом сезоне. Смотрите, какие красавцы. Опа. Комарьё, конечно, добивает. Класс. Опа. Оп. Хороший бочонок. Вот три штучки уже первых. Можете меня поздравить, ребят, с почином. Это мне уже начало нравиться. Даже с собой не брал. Ну, в машине оставил ведро. Сейчас вот взял, думаю, пакет, потому что уже два раза сюда приезжал. Грибов не было. Ну и вот, собственно, только-только появились. В лесу влажно. Смотрите, я уже сапоги одел. Дождики шли обильненько так. Хорошо землю промочили. Поэтому будем с грибами, друзья. Открытая, в принципе, местность. И прям в ней стоит классный вот такой обормот. Как с картинки грибок. Правда? Оба. Ух ты. Слушайте, так он не червивый. Ножка чистенькая, беленькая. Красота. Просто красота. Это я вот иду, разговариваю и ищу грибы. И вот, смотрите, обнаружил. Обнаружил очередного. О, какой. С более тонкой ногой, но чистенький. Хороший такой. Беляшек тоже. Вот это те кустарники, про которые я говорил. Два брата греются на солнышке. Старший. Старшенький. Это старшенький братик. Ох, и красавчик. А вот младшенький. Я уже его, видно, ногой зацепил. Проходил оттуда. Ну, надо под ноги смотреть внимательно, потому что уже второго гриба зацепил ногой. Лес прекраснейший, просто прекраснейший лес. Вот там сосна, здесь дубочки, все прогревается, все хорошо. Травка небольшая, как раз то, что нужно. Но его нету. Ну, иду я такой себе, иду. И вот стоит замшевый. Замшевый. Оба! Молоденький, красивенький белячок. Смотрите. Твердый. Класс. Просто класс. Хороший грибок, но один. Ну, вернее, два. Один такой уже съеденный, а один хороший. Опа. Глубина какая, гляньте. Хороший дождик прошел. Влага. Влага присутствует. Тепло. Жара, я бы сказал бы уже. Фух, надо уже, ребят, раздеваться. Курточку снимать, потому что совсем спарюсь. Иду себе такой, смотрю, вот куст. И случайно обнаружил шляпу одного гриба. А потом смотрю, там вообще красавчик просто стоит. Посмотрите. Тут даже не один. Тут даже не один, ребята, не под листьем. О, какой. О, какой. Обормот. Ух ты. Опа. Ребят, какая нога у него здоровенная, гляньте. Красавец, ну просто красавец. Один. Вот, смотрите. Опа. Второй. И третий. Три вот таких красавца, ну просто. Вот еще малыш. Баночные, я их называю баночниками. Баночный вариант. Во.
четвертый. А вот пятый. А вот пятый, смотрите. Опа. Пятый грибок. Попадаются, ребят, попадаются. Вы посмотрите, какой кабаняра стоит. Вы просто на этого кабана посмотрите. Вот это агрегат. Вот это нога у него. Опа. Ух. Ух и зверинец. Вот это зверь. Вот это зверь, ребят. Просто обалденный зверь. Смотрите, какой. Класс. Раз. Идем дальше. Идем, идем, идем. О, смотрите, какой красавец стоит. Просто зверюга тоже. Ух. Два. Вот это грибы, ребят. Вот это грибы, я понимаю. Настоящие звери. Ну, просто шедевр. Так, таких вот маленьких, видите, как в кустарничках. Маленьких таких кустиках стоят. Вот они, звери, ребят, вот они. Имеется очередной бутузик. Опа. Упругий, слушайте. Хорошенький. Боровичок. Как нарисованный. Ляпота. Просто ляпота. Моросит дождик на небе. Все позатягивало тучами. А я хожу и собираю вот такие вот грибочки. В воскресный вечер. Класс. Ребят, смотрите. Кто-то наступил, раздавил какого гриба. Вот, раздавленный гриб полностью раздавленный. А рядышком, ну просто загляденье. Ух, и красавчик. Опа! Ух, и ножка, смотрите, какой обормот. Ай, красавец. Очередной красавчик. Раз, есть. Отличный размер и отличный по качеству. Твердый, упругий. Просто песня. Вот только что я его сорвал. А вот так вот вам не видно, конечно. Не видно. Но если присмотреться, лажу по таким вот и богарьки высматриваю. Опа. Второй. Два вот таких обормотика. Дождик моросит, ребят. А я в таких чигирях. Вот капюшончик уже пододел. И не сдаюсь, ребят, не сдаюсь. Идем, идем. Тут так чистенько, как в парке. Просто отлично. И вот стоят такие бутузы. Берем кабанчика. Берем, ребят. Ветер уже успокоился. Приятно хоть стало снимать. Дождик пошел, ну ничего. Так, один. Один. Идем дальше, идем, идем. Тут такая опушечка. Вот. И под краем еще стоит. Ух, какой. Тут грибы, ребят. Отменного качества. Просто шикарная замшевая такая шляпка. Красивая нога. Белюсенький. И это еще не все. Сейчас я вам покажу грибницу. Идем дальше, ребят. Вот эти два гриба. Просто стоят. Вот если б не хруст гриба. Если б, друзья, не грибной хруст, то можно было бы сделать вывод, что я их сюда засунул. Но смотрите, слушайте. Опа. Ух, зверюга какой. Один. Дальше. Опа. Второй. Вот это у него ножище. Вы посмотрите, какая у него нога. Обалдеть. Просто обалдеть. А, ребят, вот это кабаны. Какой расцвет. Какие они твердые. Большие. И вот буквально, я же говорю, прошел, только сюда пришел, в эту зону. Думаю, дай зайду, посмотрю. А сюда, смотрю, никто так и не захаживал. Очередная грибничка в деле. Очередная грибничка с такими обормотиками в деле. Красавцы, что скажешь? Грибы отменнейшие. Ух, этот вообще шедевральный просто гриб. Просто шедевральный.
Есть такое дело. Так, имеется второй баночный вариант. Баночно-закруточный. Идем дальше. А вот еще красавчик такой. Опа! А вот здесь как подосиновик. Я сначала было подумал, что это подосиновик, ребят. Но нет. Беляк. Беляш. Опа. Ух. Вот это достойный результат. Результат, ребят, очень достойный, прямо скажем. Камера, блин, задолбала, честно говоря. Пока сфокусируется. Во. Белюсенький, тверденький. Очень достойный экземплярчик такой. Ну, собственно, вот так вот. Пришел, никого не было, такие обормотики стоят. Класс, просто красота. Готов представить вам очередного клиента. Очередной клиент. Вот такой вот. Грелся на солнышке. Вот такой, ребята, обормот. Очередной обормот стоял на опушке, грелся на солнышке. Я считаю, что вечерняя прогулка, вечерний клев был более чем результативный и продуктивный. Этого хочу, товарища, я особенно отметить и поблагодарить за содружеские действия. Вот такой, ребят, у нас сегодня с вами выдался вечерочек. Буду ехать домой. Пора уже, пора. Мне, в принципе, хватит вот так вот с головой. Кто будет подписываться на канал, обращаюсь к вам. Обязательно проверьте, нажат ли у вас колокольчик и включены ли у вас все уведомления. Только в таком случае вам будет приходить оповещение о моих новых видео. Все, ребят, всем спасибо за внимание, удачи и пока. До новых встреч.